держать круг! Военные архивы, они где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. За мной, ребята. Данила, стой на стреле. Мы с Артемом пойдем проверить зал. Так, вроде все тихо. На пути мы тебя заберем. Шутка. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артем. Артем! Иди-ка глянь. Артём,
Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Артём, слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова.